Смотри. Как звучит саксофон и где спрятался ученый кот? Чтобы отыскать сокровища старого парка, он же Центральный парк культуры и отдыха, надо разгадать загадки и пройти много испытаний. Маленькие читатели Теле7 с легкостью решают любые задания. Телегид несколько лет подряд проводит детский праздник. Организаторы рассказывают, с каждым годом все больше маленьких искателей сокровищ с нетерпением ждут таинственных приключений. Надеюсь, что все дети получат подарки, все получат хорошее настроение и идут домой довольны. Дети, которые читают наши Теле7, они должны были собрать монетки, выстричь, принести их сюда на праздник. То есть эти дети приходят к нам уже не первый год, они участвуют во всех наших мероприятиях. Изобразить мелодию волынки и вспомнить всех носатых животных. Веселые и увлекательные конкурсы заставляют улыбнуться детей и взрослых. Я танцевал один, а мама танцевала с коробкой молока. Коробка была веселая, мне понравилось. Мне интересно приключения, искать сокровища, участвовать в разных конкурсах. Ни один участник праздника не ушел без хорошего настроения и сюрпризов. Ребята запускали воздушного змея и фотографировались с огромным плюшевым котом. Главные подарки достались самым быстрым и находчивым. Среди призов сегодня велосипед, скейт, настоящая акустическая гитара, много мелких приятных сюрпризов. Новые приключения ждут юных курганцев в следующем году. Юлия Васильева, Денис Пазин, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион 45».